провинции Пенджаб Пакистана в рамках международного турнира по привязке палаток прошел парад в знак солидарности с Азербайджаном и Турцией. На ветру развевались флаги трех стран, участники облачились в цвета государственной атрибутики дружественных держав. Как отметил один из организаторов турнира, двухдневные состязания в городе Хуша посвящены памяти азербайджанских граждан, погибших в освободительной войне с Арменией. Он подчеркнул, что Пакистан всецело поддерживает Азербайджан. Отметим, что на турнире приняли участие порядка 50 человек, среди которых представители США, Канады и Норвегии.